стал уже выигрывать. Ой, если удастся ему победить в этом матче финале, за победу тогда присуждается 400 очков, и тогда уже Коля обойдет и Энди Родига. Но пятая позиция как бы будет нетронутая в любом случае, потому что разрыв очень большой. На пятой строчке находится Дель Потро. Ну, а дальше там Мари, Джокович, Надаль и Федерер. Они все как бы неприкасаемые. Да, это... испанского теннисиста, и Коля моментально этим пользуется. Значит, опустился, ну, метра у нас до два, наверное. Та же игра. Сверху вниз, да, или хотя бы на уровне сетки, если мяч. А тут вот дал опуститься, и причем позицию занимал довольно далеко.